Супруги Валентин Федорович и Людмила Борисовна Зинченко всегда рады гостям, которых бывает особенно много в их небольшой, но уютной квартире в День Победы и дни рождения. Казаки с теплом и заботой относятся к семье Зинченко. Нас еще сроднила скорбная дата расказачивания. Такая же участь постигла дедушку и бабушку Валентина Федоровича в 1930 году. Их отобрали все, лишь только за то, что у них были рабочие, как говорили, наймыты, и послали на Урал. Учеников казачьих классов в гости к ветеранам казаки берут с собой не случайно и выбирают отличников и активистов. Ведь это честь побеседовать с ветеранами, чьи имена вписаны в историю страны. Дети пришли с тортом, который их родители спекли по такому случаю сами и украсили в тему. За родину, мать, сталь, строй к победе, идя сквозь года, для нас вы каждым героем останетесь навсегда. За мир вокруг, за счастье наяву, за опыт, за мудрые советы, за эту жизнь, в которой я живу. Спасибо вам, спасибо за все это. Спасибо, ребятки, спасибо большое. Спасибо большое. Мы должны помнить, что для нас сделали эти люди. Вы сегодня видели, что дети с удовольствием пообщались с ветераном войны. Понятно, что в школе преподают им на уроках история, но это все образно. А то, что произошло в годы Великой Отечественной войны, вот с прямых уст именно ветерана Великой Отечественной войны Валентина Федоровича, это звучит немножко по-другому. Детей действительно интересовало многое. А какая у вас самая дорогая медаль? Самая дорогая та, которая вот у меня есть. Все они дорогие, каждая по-своему. Первая за отвагу. То, что Валентин Федорович может быть всем ребятам примером, доказали оценки, с которыми он окончил школу и военно-морское училище. Посмотрите его отметки. Все пятерки. Валентин Федорович – потомственный военный. В 1944 году был призван на 4-й Украинский фронт в отряд снайперов. После войны служил на гвардейском крейсере «Красный Кавказ». По стопам отца в морфлот пошли сыновья Юрий и Александр. Они окончили училище, служили на флоте. 30 лет этот прослужил на Северном флоте. А этот гражданский флот, капитан дальнего плавания. Но он и военный, он как да. Военная должность у него. И он сейчас звонил, поздравлял только отца. Только перед вашим где он приходом. Сейчас? В Голландии. Супруги Зинченко готовятся к двум юбилеям. Через 3 года Валентину Федоровичу исполнится 90 лет. И вместе с Людмилой Борисовной они отметят 65-летие супружеской жизни. Лариса Басова, Максим Лагуша, Анапа регион.